Автомобильный холодильник итальянской компании Indelbi, модель TB31. Подойдет для коротких путешествий. Установлен надежный и экономичный компрессор Secop, за счет чего эта модель весит на 4 килограмма меньше и стоит дешевле аналогичной модели автохолодильника TB31A, где установлен более мощный компрессор. Питание от прикуривателя 12 или 24 вольта. У модели TB31A есть возможность питания от обычной розетки 220 вольт. Для модели TB31 можно дополнительно приобрести адаптер на 220 вольт. Компактные модели компрессорных автохолодильников. Полезный объем у них 29 литров. Есть камера охлаждения и камера заморозки. Способны работать в условиях сильной жары, создавая температуру внутри до минус 12 градусов модель TB31 и до минус 18 градусов модель TB31A. Понятная и простая панель управления. Внутреннее освещение. Также для обеих моделей можно купить дополнительные ручки. На обоих моделях установлена система защиты аккумулятора автомобиля от полной разрядки. Испаритель защищен пластиковой поверхностью, что предотвращает его случайные повреждения во время движения. Отлично работает в условиях постоянной тряски и выдерживает наклоны до 30 градусов. Потребляет мало электроэнергии. Гарантия на автохолодильник 3 года.